Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях, водит меня к водам тихим, потребляет душу мою, ведет меня на стезе праведности ради имени своего. Если я пойду даже долиной смертной тени, не убоюсь зла, ибо ты со мною. Твой жезл, твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил для меня трапезу при виде моих врагов, намастил елеем голову мою. Чаша моя преисполнена. Так милость и благость будет сопровождать меня во все дни жизни моей. Я пребуду в доме Господнем вовек. Не воздавайте злом за зло, ругательством за ругательство. Бог есть любовь, о, какое счастье! Бог есть любовь, любит Он нас. Пусть каждый радостно поет и славит. Его пусть славит, Бог есть любовь. Бог есть любовь, вы грехом служили. Бог есть любовь, Он вам радость дал. Пусть каждый радостно поет и славит. Его пусть славит, Бог есть любовь. Иисус Христос умерял за меня, мой Искупитель. Через Него мне Господь спасение дал, Бог, Отец. Пусть каждый радостно поет и славит. Его пусть славит, Бог есть любовь. Мы проведем Христа распятого, и кровь Христа, Его Сын очищает нас от наших... И кровь Христа, Его Сын очищает нас от всякого греха. Божьего, может быть, написано. Самому надо было посмотреть, потому что это письмо, откуда это все было выделено внизу, но пропущено вот это. Когда мы ходим во свете, как в самом свете, имеем спильность один с другим по-украински. И кровь Иисуса Христа, вот это. Имеем вот это, вот это когда по-русски написано. Может, общение. И вот это было пропущено. У Лыси у меня было в доме. Теннидер, Борзингтон Стрит, Спрингфилд, Массачусетс. Ну еще, иди и больше не греши. Тоже было сказано. Ну вот, благодарность всех, кто услышал. И во имя Христа все змеи, скорпионы, вся вражья сила пусть идет в бездну этого места. Демоны, если даже легон, пусть идут подобно вон. Человека даже вплоть до стада свиней. Вон. Глухие пусть слышат. Слепые пусть видят. Пусть видят. Немые пусть говорят. Раны разные. От ожогов порезал. Внутренние какие-то части тела, которых нет, пусть появляются. Все, даже, может, волос, где надо, появился на голове, где... Все нормально, что и финансовые всякие неполадки пусть управляются. В имя Иисуса Христа, и они одно правдиво Бога, что есть вечная жизнь, знать их, что Иоанна написано в 17 главе. Бог есть любовь. Мир на Израиле, жители Иерусалима, и молиться за город, в котором живет, и Бог распрошил, то и язычник будет, я думаю. Если необрезанный будет делать, как обрезанный, Павел говорит. Добрее этого города будет вам добро. А по-английски кажется мире. Шалом.